Готовим рулетный лаваш. Ничего лишнего. Фарш плюс сыр. Очень вкусно получается. Я вам советую приготовить. Это любовь с первого раза. С вами Нази Кук. Готовлю с любовью. Оставайтесь со мной. Фарш добавляем яйцо и соль. Хорошо размешиваем. Протираем весь сыр на большой терке. Лаваш смазываем сливочным маслом. Первый слой добавляем на тертый сыр. Имеющийся сыр делим на две части. Берем следующий лист лаваша. Смазываем сливочным маслом. Визуально масло поделите на 3, потому что у вас 3 листа лаваша будет. Во второй лист полностью выложите фарш. Последний третий лист опять же смазываем оставшимся сливочным маслом. И добавляем оставшийся сыр. Если ваша семья любит зелень, можете добавить зелень. Давайте заворачивать рулет. Аккуратно на себя чуть-чуть натягивая, заворачиваем плотный рулет. Это не трудно. Давайте смажем наш рулет. Добавьте в желток молоко, размешайте и смажьте. При желании посыпьте кунжутом. Отправляем в разогретую духовку при 180 градусах на 30 минут, в зависимости от вашей духовки. Вкусный рулетный лаваш готов. Главный плюс в том, что рулеты делаются очень быстро. И фантазируя, можете добавлять любую начинку. В разрезе подойдет как закуска на застолье, так и в качестве легкого завтрака. Если нравится видео, подпишись, поставь лайк, делись с друзьями, и тогда вы не пропустите мои новые рецепты. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Приятного аппетита!